Так, я еще жив. Пока что. Да, мне эта игра, блядь, вообще нахуй просто выкинула система, заебись. Просто-напросто все вырубив. Спасибо большое. Охуенная игра, блядь. Я просто, блядь, я охуенно как поражаюсь. Так, ну я уже не буду ничего нажимать, мне уже похуй, если честно. Я так нихуя не понял. Но я попробую найти какие-нибудь концовки. Обе концовки. Тридцать одна с половиной минуты все концовки. Нихуя. Так, ну может посмотреть и все. Че нет? Сейчас я запущу. Часик. Заебись, конечно, я поражаюсь этой хуйне. Так, секунду. Угу. Так. Тюб. Микрофобия, все концовки. Вось. Давайте играем так хотя бы. Я не знаю просто. Они хоть опишут хотя бы какие концовки. Ну, собраться с силами и уйти. Тут же зациклено все, ты же не выйдешь. Или можно выйти все-таки с цикла? Можно выйти из цикла? Охуеть. Нет. А не выпустит? И чё? Ну, вторая концовка. А никто не объяснит хоть что-то. То, что есть все концовки, а как что? Блять, может объяснение есть? Чечело. Стопэ, я попытаюсь найти. А нету нихуя, кроме того, барона субботы. Сука. Ладно, будем смотреть, что есть, сорянч. Ну, по крайней мере, есть концовки. Так, ну эту концовку. Да, я эту концовку видел. Так, вот эту тоже концовку я видел. А не, стоп, он по-другому говорит. Кто ты попала, он не настоящий. Тебе грозит здесь серьезная опасность. Какая опасность? Где я сейчас нахожусь? Ты там же, где и сейчас. Лишь твои пальцы и глаза слегка шевелятся. Пожалуйста, пойми меня, я слишком далеко, чтобы чем-то помочь тебе. Хватит говорить загадками, подскажи, как мне выбраться отсюда. Проснись. Ты должна проснуться. Вдруг у тебя кружатся сны твои мысли. Ой, я. Пока еще не поздно. Проснись, и все твои страхи пройдут. Только сперва встань к ним лицом к лицу. Они ждут тебя там, в конце коридора. Так, ну то если... Проснись. Ну это если какую-то хуйню то выполнить, наверное, не. Потому что у меня тут вообще другие были диалоги.
За что? Что за что? Нихуя не понимаю. Она не хотела слушаться. Она предала всех нас. Она должна умереть. Он спит. Ни в коем случае не буди его. Но это я уже видел. Вот тут Мишка, кстати. В прошлый раз вообще ничего не стояло. Проснись. О. Я дома? Это был всего лишь сон. Фион, ты Соня, вставай уже. Я сделаю тебе пожрать, наверное. Все в порядке? Да, ничего особенного. Я сейчас приду. Кое-кто, кажется, сегодня не выспался. Я жду тебя внизу. Всего лишь сон. И сейчас Мишка моргнет. Если да, то пизда. Пизда. Но получается как? Пока что истинных концовок я не вижу. Вот на 6-й минуте. А то концовку хуй знает сколько. 14 что ли, что? Так, вот это я уже видел, да. И свободно. И пиздец, вот эта концовка. Я вообще черта не понимаю, что происходит. Так. Нет, ты не понимаешь, что я во всем виноват. Это место моя тюрьма. Уже очень давно. Не понимаю. Пожалуйста, скажи, что со мной происходит? Как я попала в все это? Мы с мистером Хеннингом за эти годы пребывали на многих раскопках. И мы кое-что привезли с собой, Фион. Кое-что древнее. Очень древнее. Оно говорило с нами, выполняло наши просьбы, показывало картины событий, которые мы не знали. Мы его сюда, в наш дом. И что же это, что вы нашли? Мы нашли ужас. Алло. Красное сердце в бездне. Я должна выбраться отсюда. Она ждет тебя. А, вот эта хуйня ждет меня. Уничтожила Фиона, прежде чем она уничтожила тебя. Ну, я говорю, что древо это все херню морозило. Они идут. Тебе нужно спешить. О, кстати, он тут меня, он тут у него лежит. Мой бляха в туалете валяется.
Сожги его. Так я пытался. Мы так долго ждали. Так долго. Оно должно сгореть. Что? Ты не выберешься отсюда? Капец, она еще и умрет. Когда она придет в сознание? К сожалению, мы можем только загадать. Мне очень жаль. Если я делаю в деньгах, только скажите, и я дам, сколько потребуется. Мы делаем все, что в наших силах, мистер Томпсон. Должен быть какой-то выход, помните, она моя дочь. Барнаба схватит. Мы будем ждать. Рано или поздно она придет в себя. Ну, по этой концовке получается, что... Еще жива? Ум. Блять, тут свет включается. Как, блять? О, мисс двигатель, ничего не мая. Темный тоннель. Залезть в тоннель, ничего не делаем. Залезть получается. Что ты с нами сделала? Ты уничтожила его, разрушила все, что мы создали. Сожгла то, чему мы отдали свою жизнь. За это ты поплатишься своей. Мое сердце. А, ну артефакты пошли, вот, например. Мой глаз. Моя душа. И сейчас будет моя рука. Моя рука. Мой труд. Ты вернула его мне. Все подходит к концу. Время пришло. Ну вот как-то так. Фиона, ты свободна. О, теперь она проснулась. Получается, в той концовке, где я просто последовал голосу, она умерла. Боже мой, пришли в себя. Подождите. Доктор Аспин, наша пациентка очнулась. Мисс Томпсон. Мисс Фиона, все худшее позади. В ближайшее время вы попадете в поправку. Не волнуйтесь, голос скоро вернется. Вы попали в автокатастрофу и довольно долго были без сознания. Мисс Томпсон, ваша семья здесь. Они как будто знали, что вы придете в себя. Они хотят поговорить с вами. Это вам несколько минут. Ну, тут хотя бы концовка хорошая. Фион, просыпайся. Ох, Фиона. Все хорошо, доченька. Скоро все будет позади. Ты снова сможешь ходить по коридорам и искать выход. Как мы тебе и обещали. Целую вечность. Бля, это плохая концовка получается. Плюс 5 концовок и все ни о чем просто. Все в жопе.
Еще он скажет. Он сумел выдержать все. О, только другую идеологию. Папа. Нет, ты не понимаешь. Здесь все не такое, каким кажется. Не настоящее. Что ты имеешь в виду? Пожалуйста, скажи, что происходит. Как я попала в этот кошмар? Это все Маргарет. Она во всем виновата. Это она устроила несчастный случай, в котором погибли. Отказала. Помазание было к нашей смерти. Так, ну вот. После этого тетя приютилит тебя в доме. Блять, так помедленнее можно? И когда-то завещал. Но ей хотелось большего. Подкупив врача, она сумела достать лекарство с помощью... Да ебаный в рот! Торг собирается свести тебя с ума. Она предложила все силы, чтобы отправить тебя в психбольницу. То, что ты видишь и чувствуешь, это результат лечения. Плюс, значит, существо, которое тебя преследует, картины ужаса, которые стоит перед своей... Да ты заебал, урод ебаный! Не прочитал. Тебя преследуют картин ужасов, которые стоят перед твоими глазами. Все это вызвано лекарствами. Ну, это хотя бы... Да. Но зачем тетя Маргарет мучить меня? За что она меня так ненавидит? Что вы ей сделали? Она ненавидит тебя за то, что ты родилась. Че? Когда-то мы с твоей тетей заключили одно соглашение. Договор. Видишь ли, в моих экспедициях иногда при... Да ты заебал! В моих экспедициях иногда происходили не совсем благовидные вещи. Чтобы попасть в труднодоступные места, мне приходилось иметь дело с неприятными и опасными людьми. Артур, мистер Хёнинг, всегда сопровождал меня в этих путешествиях, поддерживал и был мне хорошим другом. Но все изменилось, когда он встретил Маргарет. Все изменилось. Они шантажировали меня вместе, вдвоем. Поэтому мне пришлось пообещать им, что все свое имущество я уступлю Маргарет. Но потом Элеонора, твоя мама, забеременела. Я не думал, что из-за моих действий придется страдать тебе. Я всегда хотел для тебя только самого лучшего. Мне очень жаль. Фиона, еще не слишком поздно. Это место существует только в твоем воображении. Ты должна найти выход, чтобы не дать своему разуму рухнуть в бездну. Но это более правдоподобно. Но как? Я чувствую себя так, будто все глубже и глубже погружаюсь в безумие. Ты должна пробраться в комнату Маргарет и найти в ее сейфе... Сука. В ее сейфе доказательства своей невиновности. Только тогда ты сможешь выбраться из этого места. Тебе мало времени, твой разум слабеет. Выберись отсюда и иди в комнату Маргарет. Там ты найдешь свою свободу. Папа. Ну, это вот, кстати, более правдоподобно. Папина печатная машинка. Прочесть. Все семерки. Абонент, не абонент. Найди это. Так, ну вот это, кстати, более правдоподобно получается. Получается, да, особняк в ее воображении. Но это, в принципе, еще не все концовки. Так что, думаю, еще концовки поинтереснее будут. Это психологическое заключение.
О, вот только другое уже. Судя по моим тестам, Фиона Томпсон полностью здорова от каких бы то ни было психологических заболеваний. Я не вижу причин лечить ее дальше. Еще один документ. Вот тебя после каждой вспышки насилия переживать сильные галлюцинации разной продолжительности. О, получается подмена. Поддельный отчет, лекарство. Она заставляла меня пить это. Она хотела обмануть тебя. Она хотела сломить тебя. Ну вот, получается, сейчас уже все стоит на свои места. Не думала же ты, что когда-нибудь сможешь пройти здесь, глупышка. В этом доме пока что я хозяйка, ясно тебе это? Я и только я. И я не позволю маленькой испорченной дряни встать на моем пути. Можешь мне поверить. Теперь так это хотя бы уже все понятно, что к чему. И это уже нормальная концовка, как я вижу. Что происходит? Нет. Фион, спаси меня. Что она? Минус тетя. Тетя Мотя. Вот же говно, эта тетка, конечно. И вот настал новый день. Ну, пока хз. Эта игра показывала, что несмотря на это, мы все равно каких-то в каком-то дурмане. И в своих мыслях. Так, что хз пока что? Но минимум мы должны выйти отсюда. Это минимум. Ну хотя день настал. Я свободна, Фиона. Отважная Фиона, мне удалось сделать это. Ты вырвалась отсюда. Не забывай нас, дочка. Мы будем ждать тебя. Ну, вот эта концовка еще нормальная. Шестая. А что такое? Я думал, батя сейчас опять будут свои сказки рассказывать. Что нам нужно? Нам нужна жертва. Он даже не поймет, что с ней случилось. Она будет питать его. И это даст нам бессмертие. Нам всем. Кого? Нет, только не моя дочь. Так было необходимо, она хотела его уничтожить. Мы же не могли ей этого позволить. Не могли. Ее нужно было остановить. Мы и дальше служить ему.
Веди ее снова и снова. Его будут питать на моя плоть и кровь. Фиона. Так, ну прикол с матерью уже понятно. Зачем ты это делаешь? Ты же знаешь, что никогда не сможешь бежать отсюда. Тебе это прекрасно известно. Кто? Кто вы или что вы? Кто я? Я твой помощник. Якорь в реальности, который притягивает тебя. Даже не тени, которые гнали за тобой. Я голос во тьме. Блять, оказывается, что на этом истинная концовка. Она должна была забыть, она не должна была ничего помнить. Она должна была питать его и служить нам. Отпустить меня. Дитя. Как же мы можем отпустить тебя? Нам от тебя еще столько всего нужно. Вот так вот. Да получается, и батя принимал в этом участие. Фиона, освободись. Фиона, милая моя доченька. Мама. Мне так жаль. Но я не справилась, не смогла спасти тебя от них. Нет, останься со мной. Фиона. А мы везде искали вас, юная мисс. Фиона, ты должна понять, мы не можем отпустить тебя. Нам нужен твой страх, чтобы оно им питалось и наполнял нас силой. Фиона, тебе ничего не изменить. Тебе кажется, что у тебя есть выбор, возможность решить хоть что-то? Все иллюзия. Но почему, папа? За что? Глупенькая, ты все еще не понимаешь? Я не твой папа. Я был рожден для более великой судьбы. Твои глаза видят то, что им положено видеть, чтобы служить своему предназначению. Она питается твоим страхом и ложной надеждой. Она питается попытками сбежать отсюда. Ты скоро забудешь их. И будешь забывать снова и снова. В этом есть смысл этого места. Круг никогда не будет разорван. Она забудет. И снова будет идти по кругу. Целую вечность. Ладно. Вопрос исчерпан. Ну, я думаю, что это показатель. Ну, вот и понятная истинная концовка. Оказывается, батя, его сестра и этот мужик сговорились, чтобы питать дерево от его дочки своими страхами. И каждый раз, когда проходишь какую-то концовку,
цикл повторяется, она опять пытает его своими страхами, если каждый раз проходить. И в конце она раскомнадзорнулась, потому что поняла, что это не прекратить. Вот это истинная концовка. Охуеть. Ого. Ну это каминг-аут, как я понимаю. Это каминг-аут. Я не знаю, но это надо придумать было серьезно. Охуеть. Охуеть. Они придумали так, что соединили несколько концовок в одну, и это все сплели в истинную концовку, которая как-то еще всем и объясняется. Жесть какая. Охренеть. Не, ну это было прикольно. Я думаю, что будет хуже. Конечно, просто в конце побегать, но оказывается, надо было просто знать, куда топать сразу. Но это прикольно, это прикольно. Игра интересная. Вот... Beach House, и я бы и этой игре поставил восьмерочки за сюжет. Первой игре за прикольные головоломки и концовку, выносящую такую, знаешь, как говорится, мозг такой, нихуя себе. А тут вообще пиздец, что не концовка, то вообще ебанутость какая-то. А истинная концовка, то это вообще полный пиздос. Пиздец какой-то. Ладно, давайте на сегодня все. Завтра я не знаю, что будет. Посмотрим. Короче. Может быть, что-нибудь новенькое, может, что-нибудь старенькое. Я хз. Но вообще, надо что-нибудь такое запилить. Интересное. Может, в Айзека пойдем. Хотя, не знаю. А может, что новое начнем. Но то, что я хотел поиграть, я поиграл. Я думал одну игру пройти, потому что она долго. Но оказывается, эти две игры, по сути, прикольные. В итоге где-то за 6 часов справился. Нормально. Прикольно. Так что давайте. На сегодня все. Завтра уже посмотрим, что будет. До завтра.